Всем привет! Вы на канале Бла Бла Фьюзинг. Что сегодня у меня на обед? Конечно же, салат. Сегодня здесь и помидорка, и огурчики, и дайкон тоже свежий. Все свежее, свежая капустка, очень мягкая, вкусная, белокочанная, новичкам противопоказанная рыжиковым маслом. Все это заправила. Пищевыми дрожжами посыплю. Так, основное блюдо сегодня — это вчерашний еще судак. Здесь 125 грамм вместе, так сказать, с салом, вот этим, на котором все это тушилось, жарилось, вернее, скорее запекалось в мультиварочке, вместе с этим салом и вместе с вот этим, как это сказать, ну, в общем, застывшим желе, которое от рыбы получается, сплошной протеин, который это все не растаиваю, ем вот прям вот так вот. Между прочим, очень вкусно именно вот судак, он же все-таки чистая, как и любая речная рыба, он высокобелковый и мало жирный, тем более для кета. И вот, честно говоря, добавление вот сюда жиров обычного свиного сала, на котором все это подтушивалось, просто делает рыбу просто фантастически вкусные. Вот жир, все-таки жир, это все-таки самая суперская вещь на самом деле, потому что она делает любое мясо, сало, рыбу, ну, сало, конечно, тоже, еще более вкусным и насыщенным. Так, на основных блюдах еще сегодня это сердечки куриные, тоже мультиварки, свежеприготовленные сегодня, сейчас только еще горячие мультиварочки, опять же, со свиным салом, это все притушено. Специи добавляю туда, куркуму, вот такой, сушеный чесночек еще там, кстати, и все это решила, так как было вот в этом всем меню маловато явно углеводов, я еще сюда положила 250 грамм, 2 столовые ложки хреновины домашней приготовленной, такой высокохреновой хреновины. И 25 грамм семечки сегодня пожарила, 25 грамм жареных семечек очищенных и тоже 25 грамм сливочного масла. И буквально здесь маленькая морковка валялась, тоже опять же для углеводов, кто-то ее уже откусил. Ну, в общем, короче, 15 грамм, 25, тоже 25 грамм, ну, было 25 грамм здесь этой самой свежей морковки. Вот такой сегодня получился обед. На ужин будет такой же приблизительно к БЖУ. Что по продуктам, честно говоря, без понятия еще не решила, не подумала. Хотя вообще хорошо об этом подумать заранее, о том, что вы будете есть. Так, примерно прикидывать, какие продукты у вас есть в наличии, что можно из них приготовить. Об этом лучше всегда думать заранее, если вы на питании на каком-то, неважно на каком, на кето, на любом, всегда хорошо думать об этом заранее. То есть и еще какие-то продукты должны быть у вас всегда в холодильнике под рукой, готовые, которые можно просто открыть холодильник и есть. Я в таких случаях абсолютно всегда, у меня вареные яйца. Они очень-очень-очень выручают. Вот такое сегодня меню. Всем привет, пока-пока. Обязательно подпишитесь на мой канал. Хотите узнать, когда выходят мои новые видео, поставьте, пожалуйста, нажмите колокольчик, а также делитесь моими видео, пожалуйста, с теми, кто думает, решает, какое питание выбрать для того, чтобы похудеть? Кето самое оно. Всем привет, пока-пока.